ребята, мы сегодня будем наряжать елку. Но сегодня у нас будет челлендж наряжать елку в белый и в золотой цвет. Следующий год тигра. И в этот год как раз, чтобы привлечь удачу, нужно наряжать елку в золотистый, в белый, в голубой или в синий. А как раз мы наряжаем елку в белый и золотой. Смотрите, как мы украсили красивую елку. С наступающим Новым годом!